Сегодня я хочу сделать оладушки с зеленым луком. Такое весеннее вкусное блюдо. Для этого мне понадобится мука 200 грамм, кефир обыкновенный, жирный кефир, стакан. Соды возьму чайную, пол чайной ложечки, пучок зеленого лука, 2 яйца. Ну, я возьму, наверное, 1 яйцо и желток. Так в рецепте написано. Посолю по вкусу. И растительное масло нужно будет для жарки. Так, сейчас я приготовлю лук, пока нарежу. Так, приступаю. Вливаю стаканчик кефира в миску. Так, пол чайной ложечки соды. Есть. Посолить надо. Тоже где-то. Вот так. Пол чайной ложечки почти. Так. Вот я заготовила сюда яйцо у меня и желточек. Муку всыпаем. Все, тут 200 грамм. Размешиваю, чтобы комочков не было. Вот тесто такое, как на оладушки. Не на блины тонкие, а как на оладушки. Пышненькие. Так, всыпаю лук, вот этот пучочек, что у меня был. Порезала я его меленько. Все, сейчас нагрею сковородку и буду жарить наши блинчики. Оладушки. Оладушки. Так, нагрелась сковородка. Я немного смачиваю ложку в водичке. Тесто. Столовая ложка. Ну, мы уже, вон они такие пышные, растут так. Маленький огонек, и они потихонечку поджарятся, чтобы не сырые были. Так, оладушки поджарились. Ну, пышные какие. Румяные, пышные, как пончики. Так, еще сразу порцию. Вот такое, видите ли, я ложку не с горбом беру, небольшую, они такие растут, как пончики. Я делаю, муж уже заглядывает, хочет эти ладушки. На ужин для семьи или на завтрак, на обед чудесно. Лучок у меня на балконе растет. Нарезала урожай и все. Вот так, пусть жарится. Огонь не сильный, чтоб прожарились. Паузу. Пусть так, жарится. Одна сторона сжарилась, будем переворачивать.
пушистые такие, вернее, пышные и пушистые, да. Ой, 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 ой. Ничего, я потом его переверну. Так, еще жарилась порция. Видите, пышные, пышные, пышнючие, пышнючие. Это у меня стакан кефира, так еще не все. Вот еще будет на раз. Вот такая гора получилась оладушек. Пышные, хорошие. Сейчас один разрежу я. Ой. Так, один разрежу. Глянем на разрез. Вот, смотрите. Пышный такой. Желтенький. Хорошие оладушки. Приятного аппетита. Кому понравился рецепт, готовьте. Буду очень рада. Так, попробовали оладьи. Замечательные. Советую. Чудесный вкус. Лучок зеленый. Не сырой, он пропарился в этих, пока жарились оладушки. Замечательный вкус. Сделайте дома, то все будут довольны. Приятного аппетита!